17 по 19 января на территории Краснодарского края ожидается ухудшение погодных условий до достижения неблагоприятных явлений, обусловленных сильными осадками в виде снега, мокрого снега, а также метелью. В связи с этим Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю переведено в режим повышенной готовности, развернуты штабы. В целях превентивных мероприятий проведено информирование населения. Для безопасности дорожного движения Главным управлением по Краснодарскому краю принято решение о развертывании подвижных пунктов обогрева. На сегодняшний день на наиболее опасных участках мы эти пункты развернули. Еще порядка 9 пунктов находятся в резерве. В случае, если будет принято решение по ограничению движения, соответственно, данные пункты будут выдвинуты на эти места. Данные пункты оборудованы всем необходимым, чтобы в комфортных условиях можно было переждать непогоду.